Друзья, вот журналист, я как человек абсолютно аполитичный, хочу к вам обратиться с одной единственной просьбой. Вот есть слово The Best City UA музыкальный фестиваль, который является действительно в Европе большим событием. Я вас, ну, хотите, заклинаю, прошу, предупреждаю, пожалуйста, не политизируйте это событие. Мы рубимся за музыкальный имидж Украины. Я сейчас не стесняюсь, могу сказать об этом. Фестиваль The Best City UA, который 2 года, о счастье, был на нашей территории, на территории города Днепропетровска. Ну, его знают, мы сейчас в течение этих 2 лет ведем активные переговоры с зарубежными агентами групп. Это моя работа, мой проектный отдел, они постоянно. Это Великобритания, это США, это страны Европы. Все знают о нашем фестивале. И о нашем фестивале знают позитивно, потому что все отмечают хороший профессиональный уровень, отмечают честное отношение к зрителям и, самое главное, отмечают безопасность. Окей, вы все там были, все видели, поэтому пообещайте мне, что журналисты вычеркнут из своих репортажей любой экстремизм, любые какие-то упоминания. Мы говорим о фестивале, независимо от персоналей и независимо от чего бы это ни было другого.